Бабам! Всем привет! Вы на канале Гараж 28. Очередные динамики в ремонте. Хотя в ремонте они не сильно нуждаются. Единственное повреждение на динамиках — это вот здесь разорванная мембрана. Как обычно, полимерным клеем будет залита полностью вся мембрана, кроме подвижного подвеса. Ну и какое-нибудь оформление сделаем. В одном из предыдущих роликов практически уже похороненные динамики получилось полностью восстановить. И покрашены, и колпачки сделаны, продуты, прочищены, восстановлены все подвесы, восстановлены, заменены клемники. И на динамике уже есть несколько желающих. Хотя они были отправлены в помойку. Эти динамики мне тоже друзья завезли, так как они не нужны. Это у нас 4GD35-62, 4-омники, 78 года выпуска. Второй тоже 78 года выпуска, то есть они даже старше меня. 44 года каждому динамику. Охренеть! Какой 44-то? 45? 45. 45 лет каждому динамику. 45, баба ягодка опять. Им вместе почти сотка. В общем, всю возню оставлю за кадром. Как и сказал, заклею. Все замажу. Возможно, что-нибудь с подвесом вот этим подвижным тоже подумаем. Насчет того, чтобы он не изнашивался. Потому что раз динамик старый, если его постоянно использовать, здесь материал начнет рваться. Я в таком случае, кстати, промазывал их герметиком. И это спасало, так скажем, от повреждений. Ладно, как обычно, магия Ютуба. Для меня пройдет, возможно, не один день. Для вас одно мгновение. Бам! Итак, не прошло и дня. За вечер покрасил. Сначала покрыл полимерным клеем Акстон. Потом покрасил, само собой, все изолентой и малярным скотчем. Вот так по кругу заклеивалось. Здесь надо будет маркером потом обвести. Сейчас нет герметика, чтобы промазать подвижную часть. В общем, после проклейки покрасил и повторно еще раз проклеил. Так, какой у нас поврежденный? Здесь с той стороны, с внутренней, был проклеен малярный скотч, просто для того, чтобы разрыв дальше не пошел. Сейчас все уже держится на двух слоях клея и на краске. Ну и сделал надпись канала, были напечатаны такие вот эмблемки. В общем, динамики полностью рабочие. Чуть попозже, когда появится герметик, само собой, доделаю. В доп-материальчиках посмотрите, как они работают от генератора частоты. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал, лайв-канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Бам! Итак, генератор частоты. 4 герца. Пять герц, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Лишние динамики отключим. 16, 17, 18, 19, 20. 25, 26, смотри на камеру, 27, воу, такая фигня, 28, 29, вань, 30 уже полностью синхронизируется. 31, опять рассинхрон. 32 33 34 35 36 37 36 37 38 39 40. Так, это сколько? 56 57 58 59 60. По-разному работают все-таки.
Левый почему-то долбатится. Долбанный комп со своими помехами. Шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Ну и пока клеились эти динамики, да и извращался еще и с предыдущей пары. Помимо того, что они розовые, еще и наклейки сделал тоже. Гараж 28. Все брендированное теперь у нас. Всем пока.